Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из несовершеннолетних участников вчерашней протестной акции в Москве. Его обвиняют в противодействии полиции. Тем временем суды начали рассматривать первые админпротоколы. Всего задержанных только в столице РФ около 1000 человек. Сегодня под админарест на 15 суток отправили политика Илью Яшина, а Алексея Навального вчера вечером поместили в спецприемник на один месяц.